Можно сразу отметить, что разработка ведется в специализированном приложении клиенте. Видим перечень наиболее часто подключаемых источников данных. В принципе, действительно есть все, что требуется в подавляющем большинстве случаев. Внушительный перечень доступных источников для подключения. Есть даже совсем экзотические. Возможность предварительного просмотра содержимого в источнике очень полезна. Особенно радует возможность установки дополнительных параметров, в данном случае ограничений на загрузку. И все это в режиме drag and drop путем выбора соответствующих опций. Перечень доступных для подключения источников выглядит достаточным. Наиболее часто используемые источники доступны. На этапе загрузки видим превью загружаемых таблиц, однако выведены они больше для информации. Какие-либо опции для манипулирования данными сразу здесь отсутствуют. По сравнению с другими BI-инструментами, сразу отмечаем длительное ожидание, когда система обращается к данным, начинает их загружать к себе.
Разработка осуществляется в специализированном приложении, для которого доступна русскоязычная локация. Опция автоматического формирования скрипта по забору данных из источника выглядит весьма полезно. С одной стороны, это может сэкономить достаточно много времени разработчику. Но с другой стороны, это означает, что человеку, который занимается созданием аналитики, необходимо знание как минимум основ баз данных. Таким образом, забор данных из источников посредством SQL-запросов является не самым доступным для рядового пользователя способом, но предоставляет максимум возможностей по очистке и трансформации данных. Дополнительно отмечу возможность использования уже готовых SQL-запросов, которые уже используются в компании при работе с источниками данных. Выведение лога загрузки является информативным инструментом для поиска и устранения ошибок на этапе работы с данными. Хранение данных в промежуточном слое является спорным решением, у которого есть как свои плюсы, так и свои минусы. К плюсам можно отнести снижение нагрузки на сами источники. К минусам относится дублирование используемого массива данных, даже когда в этом нет необходимости. В сложных решениях этот способ является обязательным к использованию. Thank you.
Интересный подход к формированию модели данных мы сейчас наблюдаем. Табло берет за основу одну таблицу, и дальше с помощью полуавтоматических джойнов можно добавлять еще сколько угодно таблиц. Power BI пытается автоматически простроить связи в модели данных по принципу один ко многим. Правда, в нашем примере не очень понятно, по каким полям осуществляется связь. Необходимо каждую просматривать отдельно. Буквально на ходу собираем модель в графическом интерфейсе, без какого-либо скриптинга. Быстро и понятно. Связи между таблицами в схеме данных можно создавать прямо на схеме, что является удобным. Модель данных почти готова. Быстро, наглядно и несложно. Интересно, как табло поведет себя в случае не столь подготовленных исходных данных.
С датами Power BI работает так же, как и с любыми данными, сам их не распознает. Необходимо создавать отдельный календарь для удобства работы. Особенностью системы является необходимость создания каждого объекта отдельно, и только потом уже настраивается компоновка созданных объектов на одном экране в виде дашборда.
При формировании выражений необходимо ссылаться на наименования таблиц, в которых содержатся требуемые поля, что не очень удобно. Необходимо все время держать в голове структуру модели данных. Модель данных является ключевым результатом при разработке аналитики на базе клик и одновременно самым сложным. Картинка, которую мы видим на экране, хорошо знакома специалистам по базам данных, но может быть отпугивающей для обычных пользователей. Здесь можно отметить, что клик несколько упростил понятие схемы данных, в частности отсутствуют типы связей, что должно сильно порадовать рядовых пользователей, которые зачастую не готовы погружаться в такие сложные вещи. Мы видим достаточно сложный скриптинг для, казалось бы, такой простой вещи, как работа с датами. Клик не умеет самостоятельно их определять и трансформировать автоматически. Интерфейс разработчика за счет большого количества управляющих панелей не кажется интуитивно понятным. Однако очень похож на интерфейсы продуктов Microsoft Office, что облегчает погружение разработчика в продукт. Thank you.
Вот то, о чем я уже говорил ранее. Скриптинг сложен для рядовых пользователей, но предоставляет большие возможности по управлению данными на этапе их загрузки из источников. Можно выстроить полноценный ETL. Настройка визуализации уже выглядит гораздо проще работы с данными. Действительно понятный и дружественный интерфейс. Настройка визуализации позволяет осуществлять ее практически в попиксельном режиме. Это означает, что можно перемещать объекты, подписи, примечания с миллиметровой точностью.
Табло имеет встроенные возможности по работе с датами. Инструмент сам распознает дату и позволяет без дополнительных манипуляций оперировать ее составляющими, от автоматических иерархий вплоть до использования аббревиатур. Система подсказывает разработчику правильный синтаксис для формирования выражений, однако демонстрация, еще и примеры использования здесь же, делают эту подсказку совершенно нечитабельной. Видим, что для формирования выражений используется специализированный язык DAX, что может вызвать неудобство для тех, кто с ним не знаком.
Выглядит действительно несложно. Кликнули, скопировали и готово. Но все-таки проскакивает местами необходимость написания формул на специализированном языке. Пусть и немного, но в этом необходимо разобраться. Инструмент для формирования выражений выглядит дружелюбно. В принципе, пользователю, знакомому с Microsoft Excel, будет легко с ним освоиться.
Создание переменных позволит минимизировать трудозатраты по написанию и дальнейшему сопровождению одинаковых формул, которые используются неоднократно в рамках одного интерфейса.
Достаточно оперативно, первый дашборд готов. Можно приступать ко второму. Хорошая скорость создания интерфейсов. Для подсчета себестоимости на достаточно простых данных формируется сложная громоздкая формула. На карте можно отображать разные варианты, не только точки, но и области, территории, цветовые зоны, круговые диаграммы.
Инструментарий, называемый «Что если?», является одним из самых востребованных у пользователей. При этом он не является сложным в реализации. Тем не менее, некоторые биоинструменты не могут его предоставить. У табло видим, что он присутствует. В инструменте присутствует очень много разнообразных свойств, которые расположены в различных частях интерфейса. С одной стороны, это удобно тем, что одну и ту же задачу можно решить разными способами. С другой стороны, интерфейс выглядит загруженным и не очевидно, с чего начать, когда речь идет уже про необходимость точечных настроек.
Из-за адаптивности под разрешение экрана можно наблюдать картину, когда ширина столбцов не соотносится со значениями в них. Клик максимально растягивает таблицу, чтобы занять все доступное на экране пространство. Это может вызвать сложности в визуальном восприятии информации. При использовании встроенной карты видим сложности при использовании российских локаций, точнее российских адресов. Табло не понимает кириллицу. Необходимо дублировать адреса для пользователей на русском и для системы на английском.
Разрешение экрана позволяет достаточно гибко и свободно размещать объекты на экране. Поэтому на экране можно разместить одновременно большое количество объектов, которые будут читабельно смотреться. Очень красивая и полезная опция – возможность добавления чартов при наведении на карту, что значительно расширяет возможности для анализа. Доступная цветовая палитра кому-то может нравиться, кому-то нет, но она сильно выделяется на фоне других BI-инструментов, и ее ни с чем не спутаешь. То есть, глядя на дэшборд в Power BI, почти всегда глядя на цвета, можно определить, что именно этот инструмент использовался.
Видим принцип ассоциативности в действии. При фильтрации осуществляется перестроение всех отображаемых на экране объектов. При этом данная реакция графиков нигде отдельно не настраивалась.
Thank you.
Доступен штатный объект «Географическая карта». Причем инструмент распознает имеющиеся географические данные без дополнительных преобразований. Thank you.